Икора, если это все-таки шутка, то должен признаться, я поражен. Поразить тебя, Кейт, дело совсем не трудное. Давайте посерьезнее. Завала. Я сама серьезность. Не видно? Икора, что у тебя? Кто-то или что-то повредило нашу систему ПВО. И связь барахлит уже несколько часов. Отрубились все датчики за стеной. Может, дело в грозе? А может, данные со спутников? Их нет. Это же хорошо? Нет. То есть данных нет. У нас нет спутников. А это уже плохо. Быстро по местам! Все бегом ко мне! Марш! Хоук 723. Есть кто живой? Тишина на всех каналах. Даже на аварийной частоте. О, что у них там стряслось? Помнишь, я говорил, что ты слишком быстро летаешь? Забудь мои слова. Гони! Наш дом. Ничего не осталось. Башня. Город. Попал! Мощнее брони только оружие. Вечно идут напролом по принципу, если вдарить сразу, вопросов не будет. Говорит командир завала. Мирные жители, явитесь в эвакуационные пункты. Стражи, сбор на площади. Наш город не падет.
Привет. Завалы геройствуют на площадь. Я на свидание с тем, кто это затеял. Я побыстрее. По тропе к ангару, откуда сможешь попасть на площадь. Я позабочусь об этих. Если Кабал хотят войны, они ее получат. Должно быть, это их флагман! Город атаковали. Взгляни на странника.
Так, мой призрак называет этих кабал Красным Легионом. Икора, что у тебя? Одни слухи. Бойцы элитной фракции Кабал готовы умереть за командира. До этого дня. Сегодня им противостоят стражи. Но это не важно. Они штурмуют странника. Мы должны дать отпор. Странник? Что за штуку они к нему прикрепляют? Отставить! Странник подождет. Мы защитим своих людей любой ценой. Легион силен, но мы сильнее. Будем обороняться, пока последний житель не покинет город. Берегись! Отступай за мой щит! Удерживай ворота! За ними наши шаттлы! Следующий в моем списке. Снаряды! Убрался за моим щитом! У Красного Легиона подкрепление! Покажи им, на что способны стражи! Был последний шаттл. Но глашатая никто не видел. Я попытаюсь его найти. Я буду удерживать площадь. Иди с Икорой и найди глашатая. Так точно, командор. Глашатая нет. Красный Легион, больше мы ничего вам не отдадим. И пощады от меня не ждите! Завала! Она найдет глашатая. Нам надо добраться до флагмана. Отправляйся к Северной башне. Я пошлю за тобой Аманду Холидей.
Команда уже в пути. Она доставит тебя на флагман. Завала, со мной твой страж, о котором ты все трындишь. Доставь их на флагман! Живо! Держитесь там! Давай, здоровяк. Действуй же. Ну все, страж, пора задать им по полной. Голограмма может помочь. Дай-ка мне взглянуть. Пусти-ка меня к консоли. Там мы сможем найти план. Так, генератор щита должен быть в нижней части корабля. Обстановку. Патроны кончаются. И огненная пушка начинает подводить. Что-нибудь слышно от Икоры? Как отправилась за глашатаем, ни слова. Стройся! Со мной!
Центр щита должен быть впереди. Уничтожь турбины. Щиты должны вырубиться. Да! Вот так! Температура поднимается. Сработало! Получилось! Щиты отключены! Завала? Мы будем делать? Уже ничего. Добро пожаловать в мир без света. Страж, что происходит? Смотреть на меня, ничтожество. Твой род слаб, разобщен, дрожит от страха за стенами. Это не смелость. Вы просто забыли о страхе смерти. Позволь, я тебе напомню. Стражи недостойны дарованной вам силы. Я Гоул. И теперь ваш свет. Мой. Thank you.